Всем привет! Вчера мы остановились на том, что у нас кончилась планка под крыло. Я не ожидал, конечно, думал, вообще сегодня займемся левыми делами. Но, блин, так получилось. На удивление, быстренько приперлась планка. Сам в шоке. Обычно от этих поставщиков мы ждем запчасти несколько дней. Значит, привезли планочку. Сейчас я ее поставлю. Прикручу. Вот, например, смотрите, если бы мы... Блин, еще планка такая гадостная. Или это не планка? Нет, не планка. Вот если здесь вот центр вот так, например, поставить, то здесь вот видите, какая несовпадуха. Не совпадает. Мало того, что надо вытянуть вперед. Не надо. У нас размеры одинаковые. Значит, эту может чуть задвинуть надо. А нет, допуск есть. Вот если центр. Вот центр. Допуск. Прикрутится. Все, в принципе, хорошо, все меня устраивает. А, только показывает, что вот этот моментик надо вот туда задать. Поэтому я и ждал планку, не хотел ничего варить. Ага, значит, надо вот так, если это видно, да, как плохо, печально. А диагональ телевизора по вот этим всем отверстиям одинаковая длина тоже. Значит, какой вывод? А, я же говорил, да, надо загнуть немножко. Затянуть надо эту штуку вот туда. О, видите, зазор. Как раз когда я его только что делал, он подходит, он утягивается. Ну да, вот я руками, вот если зажим сейчас поставить, то вот оно и ходит. Планку сейчас поставлю, крыло прикину и продолжим. Поставил полку, поставил крыло, поставил две фары, поставил бампер. Все, ничего так не защелкивал. Вроде ровно, вроде ничего так, нормальненько, вот так выглядит. Ну, здесь понятно, сейчас такие большие зазорчики, но если там чик-чик и полностью прикрыть бампер, то будет хороший, нормально. Зазорчики большие, потому что фары сильно зазоры здесь поделал большие, их надо просто вот так чик на вот том креплении, тогда бампер не будет натягиваться и даст меньше зазор. Ну, в целом, вы знаете, в целом ничего так хорошо. В целом ничего так хорошо. Там зазор. Блин, там надо меньше сделать. А здесь нет, там надо больше сделать. А здесь на миллиметрик меньше. Там все регулируется, вообще все не важно. Вот как крыло что-то подпрыгнуло. Вот так, если натянуть до этого момента, чтобы канты совпали, тогда здесь зазор будет хороший. Здесь тоже вот не прикручено. Вроде ничего так. Вот опустим, да? Хороший. Не защелкивал. Поставил еще одну стяжечку. Вот там вот так зацепил. И немножко подтянул ее вот до бочка. Чтоб вот тот дальний болт у нас совпал на полке. Вот тот далекий-далекий. Есть, готово. В принципе, можно снимать бампер, снимать фары, перехватывать полки. Прихватывать панель к лопуху. Да и в принципе все можно варить. Брать, начинать и обваривать все. Вот так получилось. О, фотография нам надо одна. Еще одну сделаем. Раз. Есть. Многие часто спрашивают, почему ты брезентом не пользуешься, а картонками? Потому что это знают только мастера, которые пользуются этим всем. Потому что, смотрите. А теперь возьмите у себя покрывало, картонку, брезент и попробуйте сделать то же самое. Укрыть мотор вещей. Сколько время займет? 2 секунды? Фига. Потому что картон нужен. Вот, кинули, все. Теперь туда, никуда ничего не полетит. В некоторых ситуациях мы пользуемся брезентом, тряпками, покрывалами, дермантином, кожа, рожа. В некоторых мы пользуемся картонкой, потому что картонкой удобней. У нас обварка. Первым делом мы прикладываем тут, там, а то можно разбирать, крылья снимать, потому что ну, пока оно выставлено, неохота, если убежит.
детали. Помню, я говорил, видео по сварке снимать вообще не прикольно. Потому что, да, блин, в нем нет ничего интересного. Ну, кто захочет, тот посмотрит. Сверла. Фреза 8 мм. Поэтому сделаем 4 штуки. Тут же главное, чтобы он туда пристал к этим полоскам металла. Ну, вроде пристал. Нет, не сплошным таким. А тут две. Теперь вот тут по три. По
штуки. Напарник Женька любит побольше варить, поэтому он бы тут 5 сделал. Нам хватит 3. Да где ж ты тут мог? Смотрим, как насрали. Значит, здесь мы вот так насрали. Вот эту надо чистануть. Эти 3 не надо, потому что они заподлицо. Надо. Немножко выпирают. Снизу можно не чистить, хотя вроде одна вылезла вот эта. И это немножко надо чистануть. Здесь все то же самое. Он насрал угол. Потом петля там зачистится, подрежется, станет плотненько будет. Снизу 2 точки, здесь 3, здесь 4. Ну, теперь надо взять контактную сварку. Сейчас ленточным напильником немножко чистанем. Все то же самое. И контактной сваркой точек 5 на верочку. Не смог удержаться, чтобы не взять камеру и вам не показать. Люди, смотрите, прикол. Много пишут в сообщении. Вот я сейчас в данный момент общаюсь, сижу с одним человеком, Александр. И сразу же вот, с двумя Александрами общаюсь. Так вот, Александр Назаров. Я не знаю, может, он что-то не понимает в рихтовке. Смотрите. Спрашивают, сколько стоит. Ну, не сколько стоит, а как бы. Короче, дверь хочет отрихтовать. Я не знаю, вам видно дверь, повреждение двери, видно, не видно? Рамка вот вся побаханная. Люди, ну не рихтуются такие двери, блин. Люди не рихтуются. Не рихтуются такие. Жаль, тут фоток нет нормальной двери. Ну, я вижу, я думаю, вы уловили повреждение двери, да? Какая она вон внизу, там вон прогнутая. Не рихтуются, надо всем запомнить. Сейчас я спрашиваю, почему ты не варишь контактной сваркой, в частности на Nissan Prima Star, когда варили крыло. Люди, я контактной сваркой варю только приоры 10 и 9. Больше ничего я не варю. Потому что я варю только новые запчасти. Не всегда есть возможность бушных запчасти приварить контактной сваркой. Да, есть, но там надо так помучаться, отсверлить. Нафиг оно надо терять на это время. Вы же помните, мы не скрываем следы ремонта, там не варим задние крылья брушные на контактной сварке, как некоторые в селе Гукова. Так, поставим на 4. Так, Андрей Бещенков сказал, без очков не подходить. Контактная сварка, проверка, гудит. Там внутри, правда, нифига не зачищено, но я думаю, пробьет. И вот где саморез, надо саморез выкрутить.
саморезы выкручиваются только 18-вольтовыми метабами. Другой шуруповерт их не тянет. И вот где дырка, тоже надо сделать точку. Дырка сквозная, что делать? А? Что делать? Надо искать этот металл тонкий. Так, тонкий металл. О, есть металл, вот металл тонкий. И опять помощь метаба 18 вольт. Вторая скорость. Чистанем здесь, даже трогать не будем. Классно, жирно. Красиво. Есть. Переходим наверха. Вот с верхами проблема, потому что, кто помнит, мы всегда сверлом на 8 делали дырку в этой брызговике, а потом вот отсюда полуавтоматом варили, разбирали, оно убежалось. Здесь я дырку прозевал сделать. Если я сейчас рассоединю, то это все телевизор прыгает. Может прыгать, да может и не прыгает. Ну, блин, надо подумать. Надо подумать, как бы так, да, мы вот здесь точку дадим одну, а потом зачистим. Классная идея. Сейчас готовлю, будем дальше варить. Помню, у нас сегодня очень длинное видео. Сейчас крыло снимем, посмотрим, где же можно приварить эту рамку, чтобы телевизор к брызговику, чтобы держалось. Так, сегодня все делаем в прямом эфире, без перемоток. Поэтому, кто не любит длинные видео, можете расходиться. Так, лестница уже прикручена, да? Нам бы хотя бы сегодня сварку сделать по машине всю. Но, блин, время, во-первых, уже пол первого, а я хотел сегодня после до двух поработать, а потом заняться своими делами гаражными. Ну, блин, ладно, может завтра займусь. А может не займусь. Так. Если я вот это все откручу, оно рванет вперед, потому что оно под натяжкой. Так, что тут видно? А тут видно, что если взять вот эту штуку,
нашли дырку. А, неправильно, неправильно, не надо сверлить. Не надо сверлить. Где я уже делал шуруповерт? Проще взять шуруповерт. Взять саморез. Все готово. А я переживал, блин. А я переживал, ёлки-палки. Как мы победим с вами эту штуку? Как же нам не снять? Блин, на первой скорости поломает N6 резьбу. А на второй? Головки специальные надо купить. Так, это положено отдельно, чтобы потом не искать. Ну, а теперь контактная сварка. Так, прямой же эфир сегодня, помните, да? Вот так видно. Варим дальше. Да блин. Нет, не попал. Туда залезли. Блин, может залезли. Так, это там шуруповерт убит, куда надо переставлять. А мы сделаем по-другому. Возьмем другой. А где уже битка? Вот битка. Костик, спасибо, что помог аккумультик перепаковать. Блин, это толстая. А где наша тонкая делась, а? Подогнать. На дырку. Как новая. Блин, а тут получится точку сделать, нет? А если так? Ну, типа в самом конце дадим одну еще, да? Наверху, легко. И удобно. Давайте
еще тут дать? Нам что, жалко? Вот. Блин, тут бы еще дать. Ай, не зачистил, да? Класс. Все, одна сторона тоже готова. Так, переходим на эту. Прикрутил саморез. Блин, на 10. Ёпки-палки. На 10, значит, на 10. Тут гайка была, клипс не было. Дальше. Оп, видно. Чистим. Там мы это забыли. Забыли ободрать, ну и не надо. Варим. Первая. О! Вторая. Привычка по два раза варить просто. Тут один. Так. Саморез. Стрял. Бывает такое. Ну, мы не расстраиваемся, мы вытягиваем. Раз. Полоска опять. Искранет. Два раза. О, наверху. Отрываем ее. Тут потом лепестковым бронем. А мы туда сможем залезть? Нет, аж далеко-далеко. Далеко-далеко, где пасутся на лугу коровы. Все, готово. Убираем. Так, нам еще тут надо уже потом зачистить. Я тут нифига не зачистил. Надо это пройтись. А почему бы сейчас не пройтись? Да легко. Что металл потолще. Не знаю, пробьет, не пробьет. Там же грунты, блин. Фу, как в лицо бабахнуло. Есть? Класс.
Нет, тут где-то что-то мы не зачислили. Так, здесь далеко. Еще раз. Как готово, классно. А туда мы далеко не залезем. Так, тут залезем. Готово. Пусть сварка остынет. Дальше полуавтомат. Надо приварить стрелу к стакану. А чтобы уже размер вдруг никуда не сдвинулся. Поэтому варим. Блин, плохо, что я не просверлил еще одну дырку, надо было там бабахнуть. О! Да не сверху провалим, какая проблема. Видите, как картонка удобна. Буквально все готово, закрыто. Готово. Я не знаю, нафиг я закрываю, все равно стекло меня. Закрою. Так, готово. Теперь нам надо... Было, конечно, там урезать, сделать сплошной этот разрез. Но мы, наверное, поступим по-другому. Мы не будем ничего урезать. У нас здесь есть полка такая шикарная. Это уже надо обварить. Ёлки-палки, неудобно! Ай! Это отбить надо. Тогда он как новый. Он просто силиконом нафигаченный внутри. Силикон. Помните? Сейчас покажу. Помните секретный баллон? На самом деле это силикон. Промышленный силикон. Тавроклубу привет. Блин, люди, где еще такой штуки купить? Я 26 баллонов купил, но то Вовке Цивину подарил, то, по-моему, себе. Короче, я их половина их раздарил. И опять надо купить. Так, далее. У нас обварено. В принципе, можно это заварить. Можно забить и стакан начать варить. Стакан давай, да. Где плотно домиварим. Рукава больно было. Вот это дырки это от сварки. Это прожженность от сварки. Можете не уговаривать брезентовые эти
свитера носить не будут. Нормально. Скоро весна, будем варить футболки, в шортах, в тапочках. Тогда искры не залетают, вылетают, класс. Так, уже тут тоже поварено немного. Тут уже не пристает, надо подбивать. Значит, здесь мы с вами контактной сваркой насрали, там тоже. Потом мы здесь насрали, там тоже. Вот здесь сыранули немного, как достали. Дальше не достанем. Низ будем варить через отверстие, потому что здесь двойной металл. И тем более брус мешает. Фреза 8, там через 5 сантиметров. Здесь вот тоже варим фрезой. Здесь подрежем. Значит, я только что... Вот здесь у нас идет нахлёст сантиметр. Ничего страшного, не переживайте. На скорость это не влияет. Отверстия заварены. Три уже заваренных. Сейчас. Да сейчас, наверное, вот это возьму. Все, и поварю. Где-то валялся зажим такой шикарный. Как всегда, все валя... Вот он. Надо когда-нибудь еще такой сделать будет. Потому что таких у меня или 4, или 6. Я уже не помню, сколько их. А такой один. Надо сделать еще немножко, потом здесь добавить будет и здесь. Тогда будет возможность через весь лонжерон нафиг вот сюда вот ставить зажим. Потому что так пока будет кое-где неудобно. Но тем не менее, в принципе, о, видно. Только надо подтянуть. Опа, и пристало почти все. А здесь, наверное, нет, потому что здесь надо забить этот сам радиусочек. Черное все, но, блин, простите, ворота закрывать не буду, потому что... Если жалюзи открыт... О! Ярко, да? Да. Так, обварил. Лонжерон. Везде плотно? Плотно. Сверли? Легко. Аж немного металл даже сверлил. Ну и сразу заварим, тогда можно будет зажим убрать. Варим.
начинает стрелять, когда один средний металл прожигаем, это вот достает, тогда стрелять начинает. Когда сверлишь, тогда на сверле вот такие шляпки образуются, их надо снимать. Оп, видите, металл. Отдохнем немножко. Обварил это лонжерон. Сейчас мы это будем варить с вами. Вот тут сплошной шов, который стыкуется. Идем поближе, да? Вот так? Давайте так. Так, болгарка. Без защиты. Защита неудобно варить в этом случае. Пойдет. Забыл очки, дайте возьму очки. Вот денег уже дело. Я тут резал, нет, я тут не резал. А тут нема. А подставленного нема. Нема, нема. Ладно, возьмем. Не удалось распознать запрос. А, Google заглюкал. Так. Видно, видно. Отрезаем там перекрытие снизу 5 сантиметров, сверху больше. Значит, мы сделаем вот так. Как? Вот так. Это вот здесь, вот так. Это здесь вот так. Ну, примерно на метр. Ага, вот перекрытие вижу. Тут там 3 миллиметра, тут 2. Еще подрежем. Это не тот. Это не тот. Блин, молоток потерял. Ушел. Так. И вот так. Один.
Вот так. Пойдет, да? Легко. Ну, вот тип западлицо. Если это проваленное, можно было вытянуть. Я хочу вытянуть. Немного проваленное. Топ поменьше дадим, два раза. Так, один вытягивал. Подравниваем мы такой штукой. Вот. Вот. Нашел. Оп, подтянули. Оп, подтянули. Оп, подтянули. Вот теперь варим. И еще грязюку лишнюю, ну, чтобы потом варить было проще. Блин, налипло, обобьем. Грунт. Резина. И есть пару отверстий. Ага, вот еще надо варить. Только ток надо пойти побольше поставить. Блин, а вы знаете, мне нравится варить в прямом эфире. Прямом эфире. Видно? Видно. Мигает? А то были такие приколы, что снимаешь, базаришь, а потом смотришь, оно не мигает. Поджарь шластера. Бывает. Подбить.
Готово. Дырка вижу. Нету. Полностью обварено. Верх полностью обварен. Стакан обварен, но соединить на каемку и зашить. И оттуда две, три. Три отверстия. Все, готово. Посмотрим, как мы насрали. Посмотрим, как насрали. Блин, на объективе и стоит это. Вот эта штука, поэтому она, я смотрю, немного пыльная. Поэтому какие-то блики могут быть. Значит так, только что мы с вами вот доварили эти точки. Вот. Вот сплошной получился. Вот для образца возьмем мой кривой палец, который всем нравится. Вот видно, да, ай, блин, не будем брать для образца. Вот такой шов получился, миллиметра 4 в ширину. Точки, точки, много точек. Теперь вот мы соединим эту штуку и зашьем. И просверлим в этом лопушке несколько точек. И будет готово. Значит, варим мы, чтобы у нас были вот такие наплывы. То есть на большом токе варим, тогда вот бугорочки получаются. Мы потом их зачистим. Вот бугорочек. Вот бугорочек. Видно, не видно? Ну, в общем, надо варить, чтобы были бугорочки. Тогда 100% будет провар. Да-да-да, давайте дальше варить. Ага, пауза, у нас запотело, блин, это объектив. Пауза, ждем. Распотелось. Дальше. Угу. Видно. Маленький круг. Надо подрезать. Здесь тросик, конечно, блин. Ну, он поломан, его менять будут. Так, вот, вот так. Блин, вообще не сошлось. Это плохо. Надрез. О! Подобьем. О, сошлось. Хе-хе-хе. Блин. Блин, надо было бы эти ток даже меньше поставить. Ну ладно. Мы и большим умеем варить. Резина обгорает. Да. Вот она, сгорела.
Так, теперь надо пойти взять бокорезы. Нет. И бокорезы. А вот такую штуку конты совместить надо. Вот эти, этот завернутый, блин. А этот нет. О, так, о, о. И этот надо потом рихтануть будет. Или сейчас рихтануть. Нет. Блин, кантик загнул. Неправильно. Я пошел в выгоню. Вот так вот. О, о, о. Теперь надо забить аккуратно. И еще один этап работы сделанный. Если вам кому видно, любителям дизлайков, вот видите, вот кантик, а здесь не сошелся. Ничего страшного, зачистим, сойдется. Любимые запчасти фирмы «Начало». Сейчас мы будем теперь с вами что варить? Возьмем болгарку, прорежем, сравняем, сделаем заподлицо, подобьем вот этот черный металл к стаканчику, потому что вот видно не подбит, и сплошной проварим. Так, ну еще одно место давайте сделаем. Вот это. Так, а тут я саморез сломал, когда зажимал первый раз. Потому что метаба, блин, так ломает саморезы. Так, возьму другую болгарку. Ванька приехал, админ с группы нашей, блин, отвлек меня. Пришлось кофе с ним пить. Так, мы уже закончили. Я хотел до двух дня закончить. Блин, без 5-2 не успевает. Я планировал всю сварку закончить до двух, а потом загнать свою машину там, подшаманить немного. Резину перебудь. Крох один, блин, я их так боюсь. 1 миллиметр. Тонкий. Поэтому защит. Я тут что? Надо теперь удалить ту полоску, а ту полоску мы досверлим резьбой. Вот все. Ай, она шострая, я забыл на полоску вытянуть. И немного подбить, да? Блин, не то подбил. Thank you.
полуавтомат. От самореза отверстия два заварительных тоже. Готово. Теперь, блин, этот тросик. Ладно, оставим его. Салона вытянут. Так, надо, чтобы он не касался наших поверхностей сварочных. Ну так вроде не касается. Туда жужжануть два раза. Старый лепестковый. Нет. Новый лепестковый. Надо загрунтовать. Сейчас подгоним и загрунтуем. Так, это вот так. Значит, резануть надо нам вот эту, в эту сторону. Тут идет по отверстию, а тут, тут это тут.
это подложка будет. Да тут неудобно варить вверх ногами. Поэтому сделаем подложку. Не влазишь. О, влезла. Готово. Теперь мы эту дорежем, подрежем. Дорежем, подрежем. Надо обрезать еще на 5 мм. Тут подрезать. Грунтовать. Блин, а грунтовать походу нема уже, да? Ну да, и хотя бы последнего немного. О, давай, 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 давай. Сильно сырануло, это плохо, ловить будет плохо. О, хватит. Так, последняя латка на сегодня. Прошло 5 минут. Здесь грунт есть, здесь грунтовать не надо. Здесь высохло. Блин, надо подрезать. Торчи. Так, тросик не касается, не загорится, нет. Как новое.
Так, или это наша щетка? А. Прожгли. Бывает. Верхние конты. Новое.
Блин, здесь вот когда тоже заварить было бы. Ну давайте заварим уже. Сразу, сходу. Только надо чистануть. Чтобы прорезь для сварки была, чтобы не насрали, а заварили ее. Ток побольше. Все готово? Три. Выбирайте. А теперь нам надо еще вот там три этих отверстия заварить и готово. Будущих. Сейчас сделаю, чтобы видно было. Извините. Вот так, видно. Да. Надеюсь, про картонку все поняли. Видите, как она лежит классно. Ну, конечно, эта палка не нравится. Ладно. Блин. О, нормально. Так. Это можно убрать, мешает. Это можно убрать, можно все растяжки поубирать. Две точки заварил, посмотрел только что по на камеру, короче, там информацию. Мы наснимали на 1 час 5 минут. Ну, нормальненько, 1 час 5 минут. Здесь вот все заварили. Вот так выглядит. Здесь вот так. В общем, все готово. Так, по сварке. В принципе, мы с вами сделали всю сварку, все, что надо было сделать. Единственный момент, еще этот кронштейн там надо будет выровнять, правое, приварить. Он там оторванный. Не оторванный, а надорванный. Но это, походу, будет завтра. Сегодня, ага, и здесь. Здесь я его тоже расчистил, отрезным разрезал, заварил. Но, блин, вот видите, вот этот наплыв металла. Это с горелки. У горелки немножко было налипшее, и варило, но бш, кинуло. Это плохо. Здесь надо немножко зачистить. Ага, вот так получились кубики наши. Мы лепестковым их исчистим, будет заподлицо, будет красиво.
В принципе, все, можно освобождать это все, можно брать, зачищать. Но это будет завтра. Сегодня планы были обварить. Обварил. Быстренько. На всю сварку у нас ушло, я до 11, примерно до 10:30 делал с Женькой другую машину. Я вам ее покажу потом. Примерно 12, ну, часа 3 уперло. Но вот это все у нас часика 3. Ну там не 3, блин, я ж тоже ей отлучался, и ко мне гости приходили. Ну ладно, 3. 3 часа ушло на сварку. Ну, блин, чуть ли не час уйдет на зачистку. Хотя тут и зачищать особо нечего. Но тем не менее, надо каждую точку пробежаться. Вот мы варили оттуда. И вот видно, какой наплывчик. Это хорошо. Позбиваем. Но это будет завтра, а сегодня короткий день. Время у нас 2:30. Люблю короткие дни. Я, правда, заметил, подписчики не любят вечно. У тебя короткий день, когда ты будешь работать. Я же когда-то объяснял, помните? Захочу работать, устроюсь на работу. Завтра мы с вами закончим эту машинку. А что будет после нее, еще не знаю. Потому что есть куча машин в очереди, но тоже частенье, то страховые, то еще что-то. То есть что, я очередь не держу такую, я держу там одну-две машины максимум. Вот так получилось, что после этой машины должна была бы быть машина, но ее уже не будет одной. А может и будет. Ладно, что-нибудь придумаем, что-нибудь поделаем. Всем пока, счастья, здоровья. Извините за столь длинное видео. Ну хотя, блин, хотелось 1.5 часа, да, добить? Да. Вектру я начал снимать сегодня. Завтра, если Женька приварит лонжерон, я завтра досниму и кину уже один, ну, по ней еще один ролик всего будет. Когда она уже готовая будет, и там процесс этот лонжерон, вырезки, срезки. Ладно, люди, все, всем удачи, всем пока, всем до завтра. Завтра мы ее, по идее, закончим. Да, согласен. Удачи.